Березники посетил уполномоченный по правам предпринимателей. Павел Новоселов провел встречу с бизнесменами города. На ней обсудили итоги работы в 2020 году и существующие проблемы. Павел Юрьевич отметил, что для него стало большим удивлением малое количество обращений от предпринимателей, ведь Березники находятся на втором месте по количеству субъектов предпринимательской деятельности в регионе. По сравнению с городом Пермь, в котором за год поступило 445 обращений от предпринимателей, из города Березники в мой адрес поступило всего 15. Я, конечно, не хотел бы тут какие-то аналогии производить, но отмечаю, что уровень удовлетворенности предпринимателей, которые работают в городе Березники, достаточно высокий. И уровень взаимодействия с органами власти я тоже отмечаю как достаточно хороший и высокий.